Ребят, снова Валерия, и сегодня видео обновление моего 7-го дневничка. Такая внешность у него сейчас, закладочка. Ну, ничего не изменилось, в принципе, наверное, почти. Кроме того, здесь только вот новый стикерок добавился. Вот. И задание «Извиняюсь за посторонние звуки», потому что это видео с комментариями, следующее о нем будет с музыкой, так как... Ну, вы на две части делитесь, кому-то с музыкой, кому-то с комментариями больше нравится. Вот. Ну и видео с комментариями, к сожалению, вы будете слышать посторонние звуки, такие как, что мой крыс будет чем-то греметь. Честно говоря, не помню, где мы с вами остановились, поэтому вот примерно сейчас. Вот здесь вот я помню, насколько. Сейчас покажу. Не здесь, конечно. Насколько я помню, мы остановились вот здесь. По-моему, вот это последняя страничка, которую я вам показала. Здесь, в общем, я написала о школе. Вот, здесь потому что, ну, пора было уже скоро идти в школу и написала. Здесь очень холодно было у нас. Здесь вот конфетку ела Ferrero Rocher. Я не знаю. В этот день должно было быть видно две луны. Это Марс, от нескольких километров от нас был. Это вот от конфетки, по-моему, какой-то. Кушала конфетку какую-то. И тут, наверное, вот отзыв. А, да. Это конфеты Ferrero Rocher. Я поставила вам 5 из 5, как видите. Очень вкусные конфетки, понравились. Это просто такой. Здесь вот мой маникюр на 1 сентября. Такой вот у меня был. Здесь показала так странно. Сначала я... Хотела вот такой сделать, нарисовала, а потом вот сделала все-таки такой. И здесь до школы оставалось у меня вот как раз-таки всего лишь 2 дня. Это было... до школы было здесь. Ну, в общем, это 30 августа. Один день, грубо говоря. Здесь я нарисовала вот такой вот АБЦ 6 класс. Потому что я шла в 6 класс, и сейчас я в 6 классе. А вот, кстати, и стикерочек. Он уже немножечко другой. Не как эти, видите, он бумажный. На нем есть такой рисунок, который я сама нарисовала. Здесь написано... Вот. Пока что мне даже нравится учиться написано. Это было 3 сентября. Вот, тут резко запись уже за 20 сентября. Вот это вот. Сегодня у нас 22. Вот, то есть вот так вот резко не писала, вообще не было у меня ни вдохновения, ни желания писать. Вообще, вот просто я не хотела писать, поэтому не писала. И оформлять вообще что-то сейчас мне в последнее время не хочется, поэтому очень редко пишу. И если пишу, то вот оформляю буквально вот так. Здесь страничка про осень, она еще не доделанная. Здесь такой вот стишок, я вам сейчас его зачитаю. Писала его Новицкая ГМ. Не знаю, как переводится, если честно. Я хожу, грущу один, осень рядом где-то. С желтым листиком в реке утонуло лето. Я ему бросаю круг, свой венок последний. Только лето не спасти, если день осенний. А, вот, здесь оставлено место, потому что я здесь потом найду листик на улице и приклею листок. И вот эта последняя запись, она была за позавчера, за 20-е. Здесь вот «Единая Россия», потому что голосовали мы за «Единую Россию». Я вот приклеила просто 2 звездочки, такие штучки. Вот, в принципе. И все, называется песенка, запись «White Eye Vehicle Roldly». Это 2 песни, которые я на данный момент просто обожала. Также у меня на Forzat добавились вещи. Я покажу все вещи, которые есть на Forest, но некоторые добавились. Добавились несколько фотографий. Их покажу чуть позже. Тот же неудачный рисунок, календарь на 2016 год, удачный рисунок. И теперь давайте же посмотрим и на фотографии, которые здесь появились. Их трое, 3. Вот это вот мои мама с папой. Даже не знаю, как вам показать. Они еще все очень уже изменились по внешности на самом деле. Вот здесь вот на фотографии у папы еще косоглазие небольшое. Сейчас у него уже его нету, вылечился. Мама у меня здесь еще тоже такая толстая, некрасивая. Сейчас мама похудела и стала красивой.
Это мой котик, он до сих пор жив. А вот это я в этот же день. Тоже фотография сделана. Вот это маленькая я у елочки такой. Но это был Новый год. Даже не знаю какой, но был Новый год. Не короче, у меня камера фокусироваться, но вы видите, такая была милая. И последняя фотография, которая лежит, это такая. Я здесь уже постарше, такая красивая, накрашенная я здесь уже. И моя мама здесь тоже такая толстая, не очень красивая. Сейчас, конечно, она уже намного лучше. Вот такая очень красивая фотография. Я здесь с Зефиром любимым своим стою. Это был у нас выпускной из садика. Вот. Такие три фотографии классные здесь. А, как память такая вот лежат. Очень, мне кажется, я в каждом дневнике хотя бы одна фотография какая-то у меня всегда вложена, потому что это очень классная память. А здесь все те же наклейки, даже показывать не буду. Все, все обновления, их очень-очень мало, извините, конечно, меня. Но очень давно видео о нем не было, в принципе, мне так кажется. Так что да. И те, кто любит под музыку, то ждите видео под музыку, оно тоже будет. Всем пока!